Говорим про KPI и про метрики. KPI – это то, что стоит в целях у рекрутеров и у рекрутмент-лидов, включая меня. И это то, как нас оценивает непосредственно бизнес. Удовлетворенность нанимающих менеджеров – один из самых главных KPI, который мы оцениваем, замеряем. Сейчас, раньше мы делали с помощью своего сервиса, сейчас делаем с помощью сервиса в HandFlow. Удовлетворенность кандидатов – это новая метрика, которую мы внедрили в этом году, и вообще фокус этого года у нас – это счастливые кандидаты. Процент вакансий, закрытых в срок, я думаю, что у большинства присутствующих есть этот KPI в рекрутменте, он старый, и, конечно же, стоимость. Это то, как оценивает бизнес-рекрутмент. Но есть еще метрики, которые оцениваем мы, как рекрутмент-лиды, и эти метрики помогают нам управлять рекрутментом эффективно. Значит, первое — это, конечно же, нагрузка рекрутеров, сколько вакансий в работе одновременно у какого рекрутера. Это позволяет перераспределять эту нагрузку между командами, между рекрутерами, между регионами, чтобы максимально эффективно использовать весь потенциал вашей команды. Дальше это производительность рекрутмента. Сколько вакансий мы закрываем, мы смотрим в разрезах по рекрутерам. Раньше у нас этот KPI, раньше это была у нас метрика в KPI, но мы решили, что это лишняя метрика, потому что нагрузкой управляет рекрутмент лид, и если рекрутмент лид хорошо управляет нагрузкой, а у рекрутера хороший процент закрытия вакансий в срок и удовлетворенные кандидаты и руководители, то метрика по продуктивности уже лишняя. Дальше это важная метрика – процент отказа от офферов. Ключевая, и особенно сейчас в IT-рекрутменте, одна из наших главных метрик, на которую мы смотрим и с помощью которой управляем рекрутментом. Источники поиска, естественно, и вот то, чего хочется внедрить, пока еще не считаем, это срок найма финалиста. То есть от срока представления, от даты представления финального кандидата до даты принятия оффера финального кандидата. Хотим показать нанимающим менеджерам, сколько они действительно тратят времени на принятие решения по финалистам. Не на поиск в целом, да, а именно на принятие решения по финалистам. Вот. Ну и все вот эти метрики, все эти KPI мы смотрим в разных разрезах. В разрезах регионов, городов, дирекций, руководителей, рекрутеров, команд рекрутмента, ролей. Да? То есть мы смотрим в разрезе совершенно разных разрезах.